Всем привет! Говорит Ирен Симба и показывает трусик 43. Сегодня на повестке краткозора средний танк Британии А-34 Комет. Начнем, как обычно, с положительных характеристик нашего танка. Первой на очереди – это ходовые качества. Думаю, не зря британцы дали название Комета, так как она вполне оправдывает свое название. Наша Комета очень шустро набирает свои 50 км в час и довольно хорошо держит 30 по пересеченной местности и отлично разворачивается на месте. Также Комета хорошо вооружена. На вооружении мы имеем точное скорострельное орудие и хорошие пробивные снаряды. Вдобавок ко всему у нас хорошие УВНы. На этом с плюсами закончим и перейдем к минусам. Главным минусом является отвратительная задняя скорость, всего 3 км в час. Ко всему этому у нас на вооружении нет каморных снарядов, только сплошные фугасные и пробивные подкалиберы. На этом с минусами все. Хоть их и немного, но в этом вся беда данного танка. Итак, как же применять наш танк в бою? В первую очередь, всегда нужно иметь в виду, что у нас нет практически задней скорости, поэтому нужно бояться лобовых атак. Если вы выскочили в лоб на противника и не смогли повредить ему орудие, казенную часть или же не выбили наводчика, то с вероятностью в 90% вы будете уничтожены, так как брони у вас особой тоже нет. Лучшим для нас вариантом будут фланговые атаки и атаковать танки в борта или корму, либо занимать хорошо защищенные позиции, в которых противнику будет тяжело вас достать. На этом с применением мы закончим, давайте же посмотрим, что у нас получилось. Всем приятного просмотра и прослушивания!